пост. У нас 2 часа, пошли трэш быстрее хуярить. А чё после 2 часов были? РТ кончится. Роспуск да. Нахуй гильдию. Не, ну добить надо в любом случае. Просто чем быстрее пронесете, тем лучше. Ну 2,5 часа нормальный показатель. Сейчас выглядел вот маг интересен, за которого вписывался. Так, а что за маг-то и поехал? Смотри, потом ГПшку делить с ним будешь. 50 ему, 50 тебе, да? Да ладно, я за развитие новых личностей в гильдии. Да не, да это понятно. Отдел кадров, ебать, работает. У мага уже портфолио есть. Наталья Семеновна, извините, пожалуйста. На самом деле, я вообще, ребят, реально не знаю, кто это. Я так вот. С женой хожу в гости. Лучше бы тебе и не знать. Бля, я за тебя когда-то вписался, так что ты, блядь, не тринги там. Извини, ты меня знаешь уже, блядь, сколько лет? 20, наверное. Да, 20. Даже больше, наверное. Панки трэш заберите. С пеленок, короче. Я в небес, давай, ничем не могу помочь. 3 роги напуливают. Притон, блядь, притон зайдет, нет? Да, заходи. Вот мне настолько интересно стало, что я готов с ностальгией ГПшки полутать. А ностальгии не готов. А что, 50 ГП с ностальгией можно делить? Мы тут вообще бьемся просто. А что, там можно 50% ГП с ностальгией делить? Я тоже за. Нет, я можно, что... можно мифику, притону, рарнику подбежать на трэш, мордаунту, шектору тоже, и дерри, и быстрее бить его. Вот скидыч сдох, нахуй. Вот первое ГП, нахуй. Кто там вписывался, блядь? Сейчас никого. Так. Где это было? Я за Козыльского мага. Где она лежит? Ну-ка, посмотрите. Где эта хуйня? А вот я нашел. А что за лут? Разраливай. Так. Разраливать, говоришь? Да не... Так, не бейте вперед, стой. Не тут-то было. Чё ты, ловушка? Что, я все снял уже. А. Идем нон-стопом, не ФКшим. Если ФКшите, предупреждаем. Инсика, ты чё, на... Хулипали? Я чё-то не могу вкурить, чё это, куда ты? Сейчас сразу рыба, 10 секунд и запускаем. Притон подошел, нет? Или чё? Ставьте шкаф. Рыба. Войт, а можешь тыкнуть, пожалуйста, ДПС? Спасибо. Шкаф, тыкаем. Это ты, Вилаша, просто постой, почиль, пускай агрона мне будет, слышишь? Блять, я все равно как к мужику обращаюсь. Короче, да, на войда напуливайте. Просто постой рядом со мной. Сейчас 30 секунд. Да похуй. Принимайте готовность. Катрисия тут. А ты в танке? Ну ладно. Только не таунтите с меня. Седжу. Да похуй, забейте хуй. Рарник тут. Это долгая хуйня. Ну, блять, мы так хуй пройдем. Пошли, рарника нету в песне. Фэнс
Шип далеко сзади. Далеко сзади хантра. Так и будьте тоже на этом, на леди хукмастер. С вилашей с одной стороны потанчишь, там грипнешь с лестницы. А я с левой буду. Рарник написал, что ему свет выключили. Хорошо. Замена есть какая-то? Конечно. Так, давай мы его кикнем, чтобы он КД не словил. Я, конечно, забагал хилам, но я думаю, прохилят. Турецкий приз, сибирский кот, на выбор. Ну, так как вылетел милик, давай сибирского кота. Ну, бля, ладно же, ты, конечно. А приз кто хил? У тебя, я забыл. Не, я что-то шипы решил сделать. Ну там 2Т4, 2Т9. Я хотел по мусор пойти, но что-то там не получилось. Парни были против. А потом, блядь, войд заходит на ДСшника и захиливает, блядь. Че это вот за синяя лужа под нами? Это от Таршамы какая-то, да, хуйня? Да, это хиловская, короче. Это Т4. Ой, Т10. О, блядь, ТТГшка. Шип вдалеке слева, шип, шип. Ну, по триксам что-то будет, нет? Да, вроде жмём. Чё-то, блядь, пиздец. Недер обогнал. Я тотем поставлю, да, что? Дим. Сейчас немножко в сторону двери идите. Сейчас босс сначала сюда дойдет, потом его поверну. Хилим, хилим и вилаш. Или у вас забагалось хилы? Это хуйня. Метки. Да, чип разбейте сзади. Нечестно так магу, да? Ой, да. ШП зашел так-то. Два мага СГД. Ты говоришь нечестно. Кто там на замену пойдет в рейд? Там два мага с одинаковым ник. А, ну, бывает. Так кто на замену мистера Арника в рейд пойдет? Ну, ностальжит сказал. А, кто? Точно, я, блин, забыл. Ты чё? Старый. Старость. Старость не в радость. В субботу тогда за турецкого приста пойду, даже без ГП, без ГП на концовку. Чарли, ну, сколько там? Кстати, Чарли, сколько там до сосисок? 5 минут турецкий. Это ты про это, да? Там Серкан Балат просто, легенда турецкого хип-хопа. Турецкий гамбит. Ладно, око ребра, да. Так. Наконец-то. Просто боешка сыпется, да? Пало проклятие слепоты. Вам удалось так. Сквозь пелену лжи нихуя. Источник истинной силы. Надеюсь, вы уже пульнули, трэш? Нет. А чё вы, блин, дрочите или чё, блин? Танка нет. А как нет? Вон хоть мастер и вилаш. Чё?
Опа, души нахуй, ну-ка сюда. Какого бафа не хватает? 300 АПш не хватает, или 200? Серебра, да, душку собери. Собрал, собрал. Почти на подходе, 2,5, да? Милики, вы самоубийцы, блядь. Ну, есть. Вест, милик. Там помощник стоит, блядь, залейте его, РДД. Здрасте. Здорово. Похильте хилы есть? Влажный, а тебе гидр надо? А тебе инерок? Второго помощника залейте. Ну захильте, ебаный в рот, нахуй, ну. Синтек, нахуй, как дела там в два окна, блядь? Я хуею, сука. С чем вы все подвели сюда? Да я отхожу, я боюсь, что меня убьют. Пиздец. Или кого, про что ты говоришь? Ну, подвели, помощника меня смело, нахуй. А, это, я не знаю, у меня нет помощников. Я постою, короче, похилю, блядь. Ну а чё стоять? Протуйся сюда. Диспелите проклятие с меня. И магию тоже, чтобы я бегал. Стон здесь, да? Кстати, кого это? Чё, как вчера потравили? Хуёво. До третьей фазы не дошли. Лезвие? Угу. Выбить его. И не только. Ну не зыбку дайте. Просто вот вчера спокойный был. Тогда я был неспокойный, блядь. А зверина не выпил, и все нормально. Я, короче, вот здесь, где жуки стоят, с этой стороны. 2 ДК танка с той стороны. С лестницы там определитесь, кто будет грипать. Подходим сейчас уже, это, ностальгию суманем и сразу будем пулять. Квест куда гнать? А хуй знает. Я там когда не знаю. Сумуньте ностальгию. Главное, чтобы не великаны. Это да. Нихуя. У нас кто-то в рейде души засёт, чешу, нахуй. Конечно. Алло, нахуй, нахуя себе. Ебать. Я понял, нахуй. Мифик, может, в субботу подержишь? Резко, да? Когда будет? Сейчас хуяк мифика из рейда кикнули. Резко на выходные? Раньше? Не знаю. Про какую резку? Жди, подожди. Маны нет. Маны нет. Ну так зальем, блядь, хули, смотри, сколько друидов. А, в принципе, я так могу похавать. Резко-то много еще кому нужно. Ну то если время останется, это не обязательно инст. Если только гир. Обычная резко, она легкая, как ТТГ. Ой, как РБК. Ее может прожить. Ну, с пугами туда ходить. Да, скорее. Нет смысла. Ну я, может, соберу на выходных. Если люди будут. Если только время останется. Равист, ну, ностальгия. Чё, вихря нету, сука, на панели или что, нахуй? Или почему, блядь, прист хил умирает у нас? Ностальгия, резай его. Не резайте меня, полежу. Хули полежишь, блядь, давай резайте. Все, блядь, полежать, что ли, пришли сюда, блядь? Сейчас еще пачку зальем, да, геру дадим. Трэш. 2 секунды.
Спектра. Шектора. Вы чё их не контролит? Давайте герой. По боссу. Заберите босса. Контроль тебя. Я вихря не вижу по нему. Ну, друиды нахуй есть. Я там дет раздал уже, не хочу меня кинуть. Вихрь в самом конце. Духи. Там можете забрать кто-то, идет. Кто-то потанчить. Видите, плохо. Spirits. Контроль. Spirits. Там это сверху мобов с флагами убейте. Дракона пока не пульте, чтобы я протянулся в моб к вам. Ну или пульте, только быстро его заливайте. Прям очень быстро. Такс. Блять, мифик нахуй, ебаный в рот. Тикай его. Да это пиздец, блядь. А у всех стоит ЕПГП. Осколок лежит. Дай, пожалуйста, лукер. Спасибо. Я на нашем и ваши туда. Пошли ранцы берем. Третий шкаф. Сейчас я бегу.
будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Горфром, слетаем. Кто тут танч? Я. Вы видите, что это там вдалеке? Где Хуг? Боевой корабль Альянса! Хуг. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Если будет пробивать, там скинь стаки. Вот хули выбрал запомнить цель Мурадина, а мне не показывает, сколько на нем стаков, нахуй. Вот нахуй я так делаю, блядь. Это что за Ольги летают? Это не Белун, походу, у кого-то. Что там, там это Мурадин разбил? Дуг не трогайте. Рвись, заходи. Провести зашел.
Все, все встали. Завис тут, нет? Ровист. У всех, зависло, нет? Да нет, вроде. Не-не-не, у тебя бортишка. Ну вот это на Мишку должна быть неплохо, да, хуйня вот эта? Хорошо. Хуйня полная. А счеты? Играбельны? Ну, на хилов. Ты тестил, да, Слава, вот эту монету? Нет. На Мишку? Нет. Лючий клык, вот сам это. Ну это да, это еще со времен Близлайка. Монета была всегда нахуй не нужна никому никогда. На удачу хули. Да-да-да. Я видел, как в Геры 3 монеты выпадают. Притоном, ВП Хант, вы тут? Я, короче, первый начну так же на Войда на путь. Ханта нету. Это... Фитек, ты спекаешься там в ДД? Вот и все. Все нормально. Не было в сундуке сколько. Че, вы там запулили его? Нет еще. 10 секунд. ВПшка мобов забираем. Сейчас мобы шотают РДДшников. Моба добейте, алло, нахуй.
Я не 120-ку в демоне дал, блять. Так, что там, Энх 17. Сгдыщ. Авилания 15. Тронды. Стульгия 16. Идира пиздец, конечно, дамаг у тебя слабый. Идира, тебе надо что-то делать, так не пойдет. Не у раса дерьма. Раса дерьма, что-то делай, я хуй знает, расу, там, спек. Ну, он сказал, что не хочет расу делать. Ну, я не знаю, дальше бычка не пойдешь. Думай, что-то ДПС надо вон хотя бы, не знаю, к 17, к 18 приближаться. То это пиздец. Ну, на те токены, может быть. Откроешь. Эту хуйню я заебался уже. Лутать, пробовать. Пихант вообще ванга, если ты здесь. Диси. Но он ниже был все равно. Не, это то, что мы с ним общались. Будет квест. А куда наш пан-то пропал? Я что-то не видно. А что, силы тут нет? Что за привычка стоять? Да, дай. Они все равно бесплатные. Ну что вы, блять, ну я не знаю, ну ферните, дайте ему стан, нахуй. Че он бегает по рейду, блять? Квест на синдром. Че за ебаная привычка афкашить? Времени дохуя. Да, короче, я хуй знает, что с этим сирусом ебаным. У меня картинка встает на месте и пизда. Ну жди. Ну я не знаю, есть там кто на замену. Что привело тебя сюда? Души, убирай.
не сагрите вторую. Ага. Найс. Он так и делал. Хуяйс, слепые, блядь. Убить, метку поставить. Ну да. Смотрите, в медведя. Шкаф. Ты что, дамажить не хочешь? Квест на профа. Шарните квест. Ну я тогда в салон прыгну. На 7 дров. На Вилашу наплевать. Отмените от меня на пол. Ой, ты не переоделся. Ну да, точно. Где? Смотрим, сколько сова даст в шмоте на медведя. Вес это дед магов левее, пожалуйста. Две в миле, одну вынесите к порталу ока. По 3000 криту. Мана кончилась.
Милик, выноси споры. Споры не вижу, блять. Алло, нахуй. Милик, спору вынеси. Поздно. До топа. Не захотел, да, выносить? Нахуй надо. Напился старый. Кто скажет в рекаунте, как отображается абсорб или щиты, там количество щитов? Никак. Ну, абсорб тебе нужно скачивать отдельно с Сируса. Да. Там есть рекаунт Healing and Absorbing, называется позиция. Или просто details поставить. Рекаунт из склада, он не отображает абсорб от Т4, поэтому, чтобы абсорб от Т4 отображало, тебе надо скачать аддон details. Для рекаунта details, правильно сюда. Скада отображает, но он не отображает отчарок. Абсорб. Ну вот персонажа уже details отображается. Отчарок не отображает. По крайней мере, он... Если я планирую престом пойти во второй рейд, считает. Мне не отчарок, надо ничего, надо начислять. Отчарок, как и от этого. Ловушка, ловушка, ловушка. Не знаю, про что ты. Это же твой второй персонаж. Или ты их связать хочешь? Я не знаю, про что ты. Не, я продолжу. Дай лукера, пожалуйста, осколок мужик. Пойти престом. Я готов, чтобы сейчас мне ничего не начисляли. Так у тебя два перса. Ну типа да. Ну, я тебе на того на преста начислят и все. Тебе сейчас за этот рейд дадут на ностальже и за второй рейд, допустим, на приста дадут. Чё, всё? Даже так можно? Всё нормально, ну конечно. Ну ладно. Не, ну я считаю, просто такой метод не совсем справедливым, ну да ладно. Почему? Это же на каждого персонажа отдельно идет. Если бы ты, допустим, шел пристом и сказал... Два раза? Ну... Если бы шел престом и сказал бы, кинь мне нахуй на ностальжи. Второй раз ностальжи не получит ЕПшку. Два раза потратил время. Три танка, как Синтек пишет. А кто третий? Катрисия, ты тут? Зачем в танке? Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Давай обратно в кота.
до прошлого трэша, потому что танк умер. Поэтому ты, да, там танк упал, упомянуть. И тебе просто сказали в мишку. Кого ты там слушаешь? Если вот тебе не сказал, значит не сказали. Свои мысли послушал. Ему сказали в мишку, чтобы... Форму не мишку, спекнуться, а не в танка. Потому что Войт упал. Сколько вообще было на сурке? $332,700. Как в Гере, блядь. Я еще пока что был. Можно саранит один получить? Не, можно так-то еще и Машку за ляшку ебануть. Ну ебани. Зачем он тебе? Рецепт купить, чтобы ноги сделать. Да не надо тебе этот рецепт, потому что ТГ выбьешь. Тебе нету смысла. А тебе смысл не брать рецепт СЛК, потому что тебе, помимо того, что укупаешь себе рецепт за ДС, так там тебе еще ДС нужны будут. Еще 5 штук на стукне. Тем более. Они стоят по 12 тысяч с половиной ОД. Типа Т4 АПД, что ли? Ну, да, ДС лучше оставить на 4. Мне всегда было интересно, вот хули вы встали. Заходим, хули вы стоите. Тебя ждем. Умирать никто не хочет. Причем тут умирать? А кто умирает? Никто не умирает. Ну, кажется, почти трэш, а стоите, чилите. Уже пол инста пронесли.
Так, ну Скидыч знает тактику. Кто там еще? Важный тоже знает. По сути, вайпа не должно быть. Только Идера, ты помнишь, куда надо сбегаться? Куда нужно отлетать от зеленого слизня? Заходим быстрее.